Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Арсений, сегодня вы на моем канале. Сегодня мы играем в игру под названием Call of Duty Mobile. Мы будем играть не в... Здесь. Мы не подумали, точку мы там будем играть. Вот так. Королевскую битву. Мы будем играть очень много новых оружий. Сначала мы поиграем. Так что погнали. Начинаем. Блин, надо было отменить. Я забыл кое-что сделать. Ладно, ничего, остро. Вот что я скажу, вот это и еще одно оружие мое. Я удалил полученный файл, потому что у меня было мало места на телефоне. И из-за этого я просто-напросто вышел со старого аккаунта. Enemy charge down! Я снимал такое. Reloading! Cover me! We've taken the lead. Contact with enemy. Вот. Target in sight. Вот из-за этого. Мне перестали выходить. Enemy in sight. Теперь легенда вернулась. Так раньше. Я
мы все вынесли. Выход не было. И я сам вынесли. Я крик 900. Он сам себе поставил лайк. И гений. Я пойду сейчас играть с другим оружием. У меня 15 уровень. Кто играет в Call of Duty Mobile, можете поиграть со мной. Под роликом этим напишите, я как бы вас добавлю. Где мой Дима? Ладно, поиграем, суть. Попробуем поиграть. Если, пожалуйста, дайте какой-нибудь лазер. Дайте хоть какой-нибудь лазер. У меня был дофига лазер. Куда не будет. Погнали, с чего опять же. И... заходим. Опа. Продолжаем с вами играть. Еще Тимур. Я говорю, я ролик снимаю. Понятно. Не знаю, можешь поздороваться с подписчиками. А, ну всем привет. А ты что, я? Я, короче, сказал, руки делать. Да блин, ну а как он там сидит? Просто шо, блин? Шо за джиггернаут? А давай сегодня этот... Я тебе покажу, я тебе глубокий сугроб. Я тебе покажу самый глубокий сугроб, наверное, в моем дворе. Ладно, давайте, пока подписчики, я уроки сделаю, пока мы сидим. Ладно, давай. Что-то мне это оружие не нравится. Какое-то... Ну, так себе. Contact with enemy. Get down, sniper. Так что мы будем брать мое любимое оружие. И следующая катка как раз завершится. А нет, не было. Вообще гениально. Перегрузка с самым любимым. Target in sight.
страшного. Хоть даже мы и проигрываем. Но ничего страшного. Контакт с врагом. Это невозможно. Enemy contact. Снайпер. I'm hurt. Get up, team. Меня чел с миниганом. Миниган даже вповедь. Ладно, это катку мы проиграем. Я вот знаю и гарантирую. Говоришь. Ну чтоб снайпера накрыть. Ладно, ну ничего страшного. Я проиграл, ты проиграл. Значит, берем мы мой любимый и просто тащим. Меня тут лупой меньше. Камуфляж? Чё, реально? О май гад, ну ничего, уж страшно. Мне здесь больше понравился. Выбрать. Вот и моё любимое оружие. И теперь идем в сетевую игру, чтобы просто разносить всех. Наверное. Это последняя карта, которая у нас будет. Чатик. Я ролик, короче, включил, как про Call of Duty. И это... Чё-то залипаю. Лежу. Новая карта! Я заблокировал новую карту. Поздравьте меня, новая карта. Огонь за этот ракетник запустит. Если он придет.
выключи. Еще ни разу не умер. За эту катку ни разу не было. В смысле? Я вообще не буду. Короче, ребят, это был очень крутой ролик, как я думаю. Это мой друг, одноклассник, его зовут Назар. Он хочет с вами тоже попрощаться. Всем пока. Хоть он с нами не записывал, но все равно обращается. Ладно, с вами был я, Мистер Щенни, как бы Назар, сказал, одноклассник. Всем пока, до новых встреч.